Сегодня мы приехали в город Кировск с очищающим рейдом в магазин Евророс, расположенный по улице Ленина. Ну а что мы найдем в Евроросе? Смотрите далее. Понимаю, что в данный момент продавец собирает просроченные продукты. Почему? Потому что она только освободилась. Времени сейчас 10:04. До 11. Сегодня рабочий день, еще можно продавать его. Ну, раз продавец хочет просроченный продавать, то будет просроченный. У меня к вам вопрос по вот этой путасу, например. Вот здесь есть дата фасовки 9.04, а дата изготовления не стоит на ней. Это плохо, девочки должны были поставить. Почему тут обнаружили нарушение температурного режима? Дело в том, что вот данная рыба, ёрш вяленый, должен храниться при температуре от 0 до минус 8. Он лежит в зале. В зале явно больше 0. Поэтому я думаю, что его лучше снять, пока не понятно. Только что здесь были гонки. Кто быстрее найдет просрочку, продавец. Данная выпечка с сыром и творогом, она сегодняшняя, она свежая, но храниться она должна при температуре от плюс 4 до минус 2. Она хранится вот так вот в зале, не в холодильнике. Я думаю, что здесь явно больше, чем плюс 4. И уже через несколько часов вот здесь внутри все будет закисшее и опасное для здоровья. А, тут плюс до 25, это берите, это не берите. Это можно берите. Спасибо. Сроку претензий нет. Холодильник, чего пришла девочка? У вас, смотрите, у вас, во-первых, вот это нет в холодильнике, да? Я начала снимать, но если снимать по температурным условиям, то снимать всю вытрясть. Сейчас. Смотрите, конечно, вон холодильник есть специально для пирожков. Вот их надо переложить, видите, это не дело. Сейчас она все уберет, она перепугалась, убежала и... Не сказать ничего не может. Хрустим крекер сырный. Дата производства 08.10.15. Год ввиду 05.04.16. Сегодня 11 апреля 2016 года. Просто он, походу, весь внутри гниет. А мы нашли здесь, кстати, не весьма недешевая малинка, но все уже в плесени, две коробочки. Если мы сейчас здесь присмотримся, вот там вот плесень. Таких коробочки у нас две. Дорогая зимняя малинка. А еще у нас есть это свежая, совсем не свежая. Целое ведро открываем и сразу распасовываем. Дальше у нас идет 12 часов реализации, верно? Да. После этого вы делаете что? Перепасовываем другую тару. То есть вы берете, смотрите, новую тару. Новую. Взяли, вот эту открыли. Да. Новую чпой. Вот так вот прям. И новую этикетку. Да. Да, новую этикетку через 12 часов. Отлично. Я же вам показывал, что говорит. Вскрываете эту, если... Мы же ничего уже не вскрываем. Вскрываем только ведро. Вы же мне до этого говорили одно. До этого говорили, что перекладывали в перекладывали. Да. Ничего подождите, не подождите. Перекладывали. Подождите.
экологической организации, называется «Юрша Прока». Вот. Мы сегодня проверили ваш магазин, нашли много нарушений порыва и в частности. Нашли просроченные продукты, и гнилые трубки и овощи. Что мы, собственно, хотим? Мы хотим убедиться, что эти товары не вернутся обратно на полку, то есть вам следует нарушить целостность упаковки. Да, конечно, мы сейчас по каждой позиции конкретно вам все объясним. Нарушайте закон, матом нельзя ругаться. Ну, хорошо, лопаты в руки и снег копать в городе. Так это вам надо снег копать. Здесь копайте, пожалуйста. Вы учились материться. Стоят женщины старше вас два раза, вы тут матом поливаете. Это очень было некрасиво. Так мы провели наш очищающий рейд в магазине «Евророс», расположенный в городе Кировске на улице Ленина. В принципе, просрочки было не так много, но удивило количество нарушений фасовки и условий хранения. Все продукты, которые хранились в ненадлежащих условиях, были сняты с полок и утилизированы. С вами были Крюши Против. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в группу, присоединяйтесь к нам.